Об одиночестве не говорят. Никто не говорит мне одиноко. Я сегодня снова один. Одиночество — это пустота. Это холодные вечера в любое время года. Да, все понимают, что речь не о погоде, речь о самоощущении. Одиночество не равно быть одному. Одиночество — это недостаток чувств. Когда ты лежишь вечером, смотришь потолок, наблюдаешь свет фар, проезжающих мимо машин. Комната большая, холодная, или маленькая, душная, тихая или шумная. Ты, возможно, слышишь, как твои соседи ругаются за стеной или плач маленького ребенка, а в ответ — ничего, ты здесь один. Здесь только ты и твое одиночество.